дорога от озера Беременной Девы к лодочной станции. И много всяких подозрительных сверчков сверху. А также, кстати, обезьянок, которые воруют все, что плохо лежит или держится. Поэтому нужно быть на страже. Вот этот, кстати, звук во многих местах на Ланкаре. Что нет, я еще не знаю, что это такое. Но обязательно узнаю. Дорога на самом деле не очень длинная. Не занимает особых усилий. Везде позитивненькие таблички.